Вышла сегодня поснимать наш подмосковный городок Видное, как его украсили к Новому году. Сейчас нахожусь на перекрестке ПЛК и Советская. Вот здесь такой скверик симпатичный. Правда, почему-то не горят вот эти вот фонарики на земле и на штырях вот на этих. Зато вот такая тут иллюминация. Аж две елочки целых. Ага, вот тут немножко светильничков есть. Вот такие две красавицы наряженные здесь. Вот как это все смотрится с другой стороны улицы. А эту красавицу нарядили на ПЛК возле магазина Евроспар. Вот левее Евроспара эта елочка и стоит. Позади Евроспара на территории какой-то организации, не знаю какой, вот стоит дерево, оно растет. И его тоже украсили. Вот такие гирлянды интересные, стекающие. Там есть игрушки. Около кинотеатра «Искра», как интересно, украсили к Новому году. Шатер получается световой. Там внутри елочка. Сейчас перейдем дорогу, подойдем поближе, посмотрю, что там. Вот поближе. Вокруг светильнички круглые. Тут какую-то ледяную крепость построили, но поскольку у нас тут плюсовая температура, вот от крепости ручки до ножки остались. Попытка была, конечно, интересная. Обычно ледяные скульптуры ставят, но, наверное, не в этом году. А вот Советский проезд, а дальше домишки, видимо, к ярмарке готовятся. Дед Мороз с саночками полными подарков. Белочка с орешками. Тут тоже светильники шарообразные. Вот под этими остроконечными куполами, наверное, тоже ярмарочные павильончики. Ой, кто-то запустил салют одиночный. О, на доме уже 20-20 светящийся. А мы идем вот под такой навесной гирляндой длиннющей. Это тоже Советский проезд. Здесь детская площадка. И вот какие-то светящиеся фигурки. Заяц. Боже мой, кто это? Вижу, что зверь какой-то бежит. А кто, не пойму. Лиса, что ли? Собака. Опять светящаяся карета. И кто-то на оленях там едет. Сейчас ближе подойду, вижу, кто. И никто там в карете не едет. Там едут подарочки для детей. Ну, смотрится, конечно, очень прикольно. Все переливается. Вот церковь. Тоже красиво. Это все около церкви. Каждый магазин считает своим долгом украсить свои входы. Вот это вот якитория, тоже олени, все светится с деревцем. Вообще все витрины яркие, переливаются, везде подсветка. Вот около торгового центра «Старая Прага» вот такую елочную игрушку установили. Это мы подходим к старой части города. Сейчас на площадь выйдем. Поглядим, что там устроили под Новый год. Вот центральная площадь, здесь мэрия. Вот украсили такой красивой елкой. И надпись соорудили с новым 2020 годом. На деревьях тоже огни. Ну, вообще постарались, конечно, власти, молодцы. Здесь вот тоже деревья украшены гирляндами.
вдоль улицы Школьная тоже все деревья в огнях. Вот она, какая надпись вблизи. С новым 2020 годом. Около мэрии скульптура Ленина. Как хорошо, что не стали старые памятники убирать. А елочка получается вот здесь. К ней не подойти, она как бы на островке, на проезжей части стоит. Это у нас Костик устроился в 2020 году на лавочке. Пошли дальше. Вот наш водоемчик. Что-то его вроде как реконструировали. Раньше тут были уточки, домики у них стояли. А сейчас даже не знаю, что там. Вот на набережной поставили вот такие вот креслица. Если можно назвать набережной место вокруг вот этой вот грязной лужи. Что там набросали-то внутри? Это лед. Это лед намерз, да? А вкрапление — это грязь такая валяется, да, там? Проверял прочность. Проверили прочность. Ну, в общем, вот так вот. Чем не Геленджик? Тоже набережная. Вот около центрального универмага Курс тоже елочку поставили. Вот елочный базар. Елочки продают. Сейчас они на каждом углу их продают. И времени-то уже много. Уже 11 час. Все еще стоят, продают. О, еще какая-то группа елочек тут светится около входа в Курс. В универмаг. Напротив магазина «Магнит» на ПЛК-35. Елку они нарядили. Но она какая-то кособокая, странная. В том плане, что у нее гирлянды горят не все. Да еще я видела светящееся что-то на задворках. Кубик какой-то светящийся. И на кубике выложено гирляндой нечто. Что это такое? А, веточка с листочками, по-моему. О, ну вот здесь получше выглядит гирлянды. Да, впору кричать не «елочка, зажгись», а «снег, выпади!» В районе ПЛК-35, где магазин «Магнит», в этом скверике установили на фонтан вот такую светящуюся конструкцию. Красиво, молодцы, хорошо придумали. Фонтан закрыли. И вообще скверик такой уютненький, с фонариками, лавочками. Жак тоже у себя на территории елочку учинил. А вот какую симпатичную елку поставили на Жуковском проезде. Это недалеко от улицы Радужная, где Видновская гимназия за жилым домом. Во, в этом же дворе прям целые елки огроменные растут. Вот бы их нарядили. В торговом центре «Ларец» тоже устроили новогодний уголок. Елка. Подарочки под ней. В нашем доме на первом этаже тоже елка наряженная стоит. Дождик около двери. Игрушками все украшено. Здесь тоже игрушки везде.